утро на Енисее. Книга «Дрожь» автора Мэгги Стивотер не для слабонервных. Сюжет заковырист. Семья живет в глухом лесу и дружит с волками, один из которых окажется оборотнем. В общем, будет страшно, так что при прочтении включайте свет. Книга неплохая, но ничего выдающегося. На один раз. Мне понравилась атмосфера, которую автор сумела передать. Все очень таинственно, сумрачно и опасно. Дмитрий Быков представляет рассказы с оттенком мистики и фантастики в духе Стивена Кинга. Кстати, действие книги происходит у наших соседей в Новосибирской области. Скромный школьный учитель борется с сектой, которая похищает детей. Очень классные рассказы. Атмосферные. Когда читаешь, то забываешь обо всем. Советую книгу тем, кто любит детективы. Очень интересно, чем закончится каждая из новелл. Действие романа «Ти Кинси. Леди на сельской ярмарке» происходит в 1909 году. Главная героиня – выдающийся сыщик. Вместе со своей горничной они пытаются доказать, что женщины ничем не хуже мужчин. Также хорошо раскрывают преступления, зарабатывают деньги и водят машину. Понятно, легко, иронично. Понравится и мужчинам, и женщинам. Модная тема поднимается в книге «Права женщин». Так что книга не только развлечет, но и заставит задуматься.